два человека погибли в ДТП в Устюженском районе. Авария произошла накануне около 12 ночи на 231-м километре дороги Вологда-Новая Ладога. По предварительным данным, мужчина на автомобиле «Датсун» выехал на полосу встречного движения, где врезался в тягач «Мерседес». В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли. Оба мужчины зарегистрированы в Ленинградской области. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. В Верховашском районе в результате ДТП погиб мужчина. Авария произошла накануне в 18:10 на 654-м километре трассы Москва-Архангельск. По предварительной версии, 40-летний мужчина на автомобиле «Вольво» отвлекся от управления машиной и врезался в тягач «Мерседес». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. Его пассажир получил телесные повреждения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Подросток попал в аварию в Череповце. ДТП произошло накануне в 18:15 на улице Юбилейной. По информации ГИБДД Череповца, водитель на автомобиле Kia Rio двигался на зеленый сигнал светофора. 12-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал. В результате аварии школьник получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. Доставлен в больницу. Ребенка сбила машина в Череповце. Авария произошла накануне на улице Чкалова в районе дома номер 4. По информации ГИБДД Череповца, водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбил мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил ссадину губы. Госпитализация ему не понадобилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.